дистанция не позволяет захватить. Ту, пяточка идет. Следи за руками, ошибка распространенная. Сгибаете руки. Ручки не сгибай, до возвращения. Если вы позвоночник скрючите, вы сможете повернуться вокруг него? Не сможете. То же самое с руками. Этой частью и сверху. Сейчас положим еще такой вариант. Когда он ближе, ему же где-нибудь сбоку от него. Вы пошли вокруг его ноги и за цель. За ногу либо за один. Проворачиваясь через эту же и второй ногу разбиваю. Через это же плечо и полукаю. Одна пролетает, но меня разгоняет. Я сбиваю. А он не сможет каким-то чудом руку сломать? Что сделать? Себе? Себе? Ночь волшебный. Себе сломал? Моя задача не пускай. Все аесты, все аесты, руку не сломать. Должны выступать в возникающих. Тот момент, когда вы делаете. Пока вы смотрите со стороны, а если могут быть совершенно разные. А если вы даем взрыв, помещение, осколки, если как от них повернуться, еще и его приходить. То есть, когда начали делать, да, возникают аесты. Поехали. Если вы будете кувыркаться, я травму не брал. Зачем тогда вообще нам нужна? Ручки мягенькие, руки прямые. И вытягиваются они уже за телом. Но не опираться. Продолжайте. Сейчас такие простые варианты. Когда вы лежите рядышком, ножку прихватили. Чуть-чуть приподнялись. Видно? Я лежу. Раз, чуть приподнялся. А там болевой дальше, да? Да. Дальше болевой, потом после. Если нога не сломается, то он будет. Thank you.
убирайте тело, убирайте все нужно ножки. То есть вы встраивались, то есть получили, а ваша задача убирать. То есть чувствуете плоскость, ручкой можете дублировать на всякий случай, если вдруг не уйдете. Ну, ходите по минимуму сейчас. Когда человек хочет ударить, у него всегда есть замах. И вы всегда сможете на нем сработать.